Орловщину с концертом посетил белорусский ансамбль танца «Крыжачок». Мероприятие прошло в стенах хореографической школы. Заслуженный ансамбль, лауреат многочисленных международных фестивалей и постоянно участвует в крупнейших мероприятиях страны. В репертуаре корейские танцы, венесуэльские, немецкие и, конечно же, белорусские и русские. Мы с большим удовольствием сегодня на моей исторической родине, я сам являюсь уроженцем города Орла, и, наконец-то, я сегодня у себя на родине привез свой коллектив. Мы сегодня покажем часть белорусской программы, белорусской культуры. Ну и немножко повеселим еще публику разными другими штучками. Концерт именитого ансамбля стал предтечей международного конкурса классического и народно-сценического танца. Очень рада, что именно сегодняшним концертом мы даем старт нашему конкурсу «Весенний дивертисмент». Вот уже в 12-й раз «Орел» принимает у себя солистов классического и народно-сценического танца со всей России. Я очень горда сказать, что в этом году более 200 участников из 11 регионов России и Белоруссии.